Десертное уведомление. Дорогой волшебник, спасибо за то, что играешь в игру. Функция сохранения в облаке все еще находится в стадии разработки. Удаление игры приведет к потере игровых данных. Пожалуйста, будьте осторожны. Мы являемся группой разработчиков инди-игр, которым нужно зарабатывать на жизнь играми. В игру будет добавлена реклама. Удачи. Честно нас предупредили. Ну что, друзья мои, легендарный волшебник, вот так называется у нас игра, которую мы сегодня посмотрим. Направляемся в десертную комнату. Так. Что это такое? Нижний этаж. Ага, просто должны убегать, да? Так, я могу? Так, что это такое? Что это за карта у нас? Выбери один. Так, постоянная стрельба, ядовитый снаряд или ледяное колесо. Ядовитый снаряд, наверное. Призывает отравленные снаряды для атаки врагов. Да, я думаю, мне это зайдет. Так, ну что, следующая комната. А, мы с тобой должны бегать. Юлить. Не попад... Ого. Не попадаться врагам. Хе-хе-хе. Ой. Все-таки саданули, да? Ух, уходим. Так, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой, это что? Что это за... Да ты будешь... Блин, я в тупик встрял, думаю, что я не могу ходить. Ну, давай-давай-давай. Блин, надо, ребят, наверное, мне кажется, здесь поменять клавиатуру. Именно в плане того, чтобы я мог ходить. Зачем я так сделал? Еще одна ошибка, и я погибну. Так, давай-ка я, наверное, все-таки настрою, ребят, управление где-нибудь здесь вот сбоку. Так, друзья, вроде бы... Да, вроде бы все хорошо. Так, что у нас тут за новое заклинание? Стрела рядом, ледяные снаряды и ледяное колесо. Добавляет дополнительную стрелу к атаке. А вот это? Призывает три небольшие ледяные стрелы, вращающиеся вокруг тебя. Вот это я, пожалуй, возьму. Ну что же, идем с тобой на следующий этаж. Ёк-макарёк, тихо-тихо-тихо, родные. Уходим. Так, дай-ка я сюда зайду. Так, ну тут, ребята, очень хитрая система. Тут нужно... Как бы тебе объяснить-то попроще? Хорошую сделать себе комбинацию именно из скиллов, которые мы с тобой набираем. В этом, как говорится, вся наша будет сила. Так, ну что же, двигаемся дальше. Тут еще какие-то роботы с часами. Эй-эй-эй-эй, отвалите от меня. Так, господи. Воу-воу-воу-воу. Вот это я понимаю, вот это вот четенько, ребят. Вот это мне понравилось в данный момент. Так, ты что еще там за великан такие стоят? Смотри, опа-опачки. Тихо, уходим. Так, я ведь могу взять вот эту штуку. Да, это же как типа супер бонус, блин. Разобрали. Иди сюда. Да, тут рулят самонаводящиеся, ребят, снаряды. Вот в них сила. Так, диагональные стрелы, снаряд тьмы. Шипы, что за шипы? Призывает шипы для атаки врагов. Руна яд. Добавляет диагональные стрелы. Так, призывает темные снаряды для атаки врагов. Самонаводящийся. Вот это я, пожалуй, возьму. Так, элитка. Либо, ребят, сюда. Куда пойдем? Пойдем в элитку посмотрим. Ого, это что такое? Ой! Тихо! Я к этому не был готов. Ой, ёк-макарёк. Ты посмотри, что творит. А ну-ка. Изи. Так, выберите один артефакт. Лапы кукольной машины. Снаряд будут атаковать врагов с наименьшим количеством здоровья. Увеличивает на 3% финальный урон. Повышает базовый урон снарядов на 8%. Хо-хо, рогатку возьму, конечно. 8%. Блин, мне бы как-то хп восстановить. Эй! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бегаем-бегаем-бегаем-бегаем. Ать! Мы его завалили? Завалили, друзья. Так, что у нас здесь? Отражение от стен.
Снаряды молнии. А, тут даже можно прокачивать то, что у тебя уже есть. Призывает огромные снаряды для атаки врагов. Самонаводящиеся, и это молнии. То есть, это у нас на выбор, что ли? Ну что же, погнали дальше. Ой-ой-ой, я тут шипы, друзья. Эх, эх. Меня, ребят, сейчас прижучат. Тут уже электрический, ты прикинь. Сердечко, спасибо огромное. Ну, я справился, тем не менее. Так, что у нас тут? Бар. Что за бар? Максимальное здоровье, ребята, мы себе увеличили. Так, что ты мне хочешь сказать? Увеличивает точность попадания снарядов. Увеличивает скорость полета снарядов на 25%, друзья мои. Повышает шанс критического удара на 9%. Я думаю, что мне нужно, наверное, взять хриплый свисток. Свисток, точнее. И, наверное, возьмем с тобой и увеличиваем точность попадания снарядов. Как-то вот так вот. Погнали потихонечку с тобой. Да ну, и хорош подходить ко мне. Это еще кто там такой? Все, что ли? Ну что, пойдем в элитку сходим. Куда, 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 куда ты разогнался? Мы его даже, ребята, не подпускали. Ой. Воу-воу-воу-воу, тихо. А если я так же сделаю? Иди сюда, хламон. Получил? Подожди, а кто мне... А кто мне отнял здоровье, а? Друзья мои, куда я попал там нечаянно? Ну-ка, что у нас здесь? Так, лезвие бритвы повышает базовый урон всех заклинаний, магических стрел. Повышает частоту запуска снарядов. Это эпически, кстати. Жадная руна, оставшаяся после зачистки этажа, будет превращаться в одну золотую монету. Нет, это фигня какая-то. Повышает базовый урон, скорее всего, мне нужно. Или частота запуска. Нет, базовый урон. Так, друзья мои, рикошет. Загадочные снаряды. Стреляет во врагов большими темными снарядами. Руна тьмы. Магические стрелы будут отскакивать между... Вот, между врагами. Это я, пожалуй, возьму. Ой. Ребят, тут... Ох ты! Да иди ты! Нифига себе, ребята, эти... Попрыгунчики-то устроились. Так, смотри. Ну-ка, давай вот так возьмем и разберем. Виктори! А что они мне здесь даже ничего не оставили? Так, бар, друзья мои. Так, ну что, у нас 10 монет всего лишь. 10. Увеличит скорость атаки. Ну, естественно, только отвертку нам приходится с тобой взять. Пойдем потихонечку. Босс! Друзья мои, желе-капитан. И? Что там задумал? Не... Так, одного я завалил. Ага. Завалил. Держи карман шире. Давай, 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 давай. Так, половину хп отняли уже. Куда он там летит? Ко мне, гаденыш, напор... Ты чуть было не напоролся. Дай-ка я возьму бонус. Ну. Ой, что это за фокусы, блин? Все, по-моему, победа за нами, друзья. Хе-хе-хе. Полно здоровья, без травм. Все как полагается, друзья мои. Высочайший этаж. Так, давай двойные награды, конечно. Все этажи десертной локации сейчас открыты. Это что, это было обучение? В плане это было обучение. Какое? Какое обучение, ребят, вы че? Что у нас тут? Стандартный плащ. Книга. О, тут еще разные виды книг. Приобрести. Соточка, 100 гемов стоит. Шанс появления заклинания щита 5%. Так, а вот это что такое? А, чистить все этажи. Так, фонд. Включено, включено. Так, русский язык, все отлично. Так, закрываем. Ну что, ребят, начать?
Заклинания молнии могут создать электрическую цепь между врагами. Учтем. Так, долина мороженого. А, у меня... Ой! Так, а у меня все сбросилось. А почему мы не стреляем? Почему ничего нет у меня? Эй! Тебя умоляю, это что такое? Вот дай-ка я сюда буду атаковать. Ать, шиш тебе. Одного подбили, с горем пополам. Ну, конечно, друзья мои, тут надо... Иди сюда, ханурик. Ах ты мелкий. Подбили. Так, смотрим. Полиморф. А что за полиморф? Превращает врагов в овец. Вроде все действия убирает вражеские пули и атакует врагов тьмой. Призывает отравленные сферы. Ага, я возьму отравленные сферы. Ну, кто хочет отравиться? Ты посмотри, а? Вообще, ой, тихо. Ага, мы все-таки отравляем. Если мы этого подобьем, у него вот останется вот этот, ребята, камень, который нам нужен. А почему он не дал его нам? Вот шитик. Ладно, и так справились. Монет, конечно, маловато дают. Так, это... Ой! Ну, минус. Это у нас уже мороженое, да, тут? Мы с мороженым, типа, деремся. А куда ты ко мне тут хочешь, а? Траванем? Ой! Траванул. Зачем я полез туда, ребят? Не, эти сферы ядовиты, как это фигня. Мне не нравится. Так, смотрим, ребята, что у нас тут. Стрела рядом, загадочно. Так, повышение атаки. Повышает атаку, огонь. Возьмем. О, элитка. Пойдем в элитку, ребят, сходим. Ать, фига вы тут двигаетесь. Вот так вот, просто в хаотичном порядке, да? Как захотели, так и двигается. Минус. Ох, ёк-макарёк. Одного уничтожаешь, тут появляется... Слушай, ну все-таки действительно атака намного круче. Намного круче, ребят. Есть. Что там в сундучке? Баскетбол. Увеличивает размер сфер. Повышает на 5% вероятность выпадения лечебной сферы после убийства врага. Повышает базовый урон эльфов на 4. Клевер берем. 5% это, конечно, мало, друзья мои. Но лучше 5%, чем вообще ничего. Верно? Так, одного зашитали. Ну, давай, давай, этот робот-часовщик тут лазит. Что у нас здесь? Ох ты, крит. Огненный эльф. Призывает огненного эльфа. Хо. Давай глянем, ребят, что за огненный эльф. Так, я стою пока на месте. Не дергаюсь, ребята, не дергаюсь. А там что за пирог? А, все, я понял, он плодит этих мелких. Конечно, захотел, так сдулся. Да, действительно, остается сфера. Только что увидел я ее. Так, ну-ка давай. Могли бы, конечно, критовку с тобой прокачать, да, чтобы крит урон был колоссальный. Но, в принципе, и так неплохо. Ой, сферочка. Слушай, а почему сфера, ребят, не восстанавливает мне полностью здоровье? Или здоровье у нас зеленое, а синее это как бы щит? Спасибо за просмотр рекламы. Получить. А я не смотрел никакую рекламу, ребят. Спасибо, что дали мне на халяву монеты. Так, вот эти роботы напрягают. Упс, минус один. Так, сейчас я этого Квазимода уничтожу. Так, иди сюда, голодранец. Есть. Так, что у нас тут? Ярость, отражение от стен, постоянная стрельба. Я, наверное, возьму, ребят, постоянную стрелу. Выстреливает дополнительную стрелу, каждая летит за основной. Подожди. Удваивает урон на определенный период. Нет. На определенный период меня не устраивает. Ой-ой-ой. А, ну тут, получается, он просто делает два выстрела, ребят.
Два выстрела, отлично. Ну давай этого робота ушатаем. Все, сдулся. Крит. Неплохой, кстати, был. Нормульдик разобрались. Так, давай. Ай. Да, ребята, синее это щит. А жизни уже идут зелеными у нас. Это вот нижняя строчка. 11 этаж. Ой, там кто-то. Да что тебя, что делаем-то? Ты еще тут бомбишь, да? Так, сфера, сфера, сфера. А зачем мне в данный момент сфера, если у меня фулл хп? Этот мелкий. Подбили. Так, книжечка. Ледяные стрелы, ядовитая, ядовитая бомба. Давай бомбу. Бомбу возьмем, да? В бар сходим. Сердечко. Так, что-то тут нам. Ничего. Так, сушеный чили. Чем меньше у вас здоровья, тем выше финальный урон. В основном 10% щита каждый, вот, 5 секунд. Вот это, ребята, дело. Снаряды будут атаковать врагов с наименьшим количеством здоровья. Нет, я хочу вот это, вот, камыши взять. 10% щиты будут восстанавливаться. Щиты, ребята, это вот синие сверху, которые. Так, ну что, элиточка? Серьезно? А это бомба у нас? Оп-оп-оп. Так, мелкого надо валить. Дай-ка я вот так сделаю. Ты-дыч. Ну куда ты тут разогнался? Довольно быстро и прикольно, ребята. Ага, баскетбольный. Так, увеличивает размер сфер. Камень Алина повышает 5% финального урона при максимальном здоровье. Увеличит радиус орбиты сфер, когда вы двигаетесь. Орбиты сферы. Это сферы, которые вокруг меня, ребята, да? Кружатся, я так понимаю. Ну что же. Опа, восстановили себе еще здоровье на 50 очков. Оу. Да, ребята, обрадовался. Фиг ли радоваться-то, у меня монет нету. Поэтому здесь, как всегда, мы в пролете. К сожалению. Так, босс. Ребята, босс. Конфета-кубик. Что там делает? Ого. Иди-ка ты. Фига, он ведь все щиты отнял сразу же, ребят. Да хорош. Ух. Ребята, он мощный какой-то чувак-то этот. Смотри. Еще с этими тепловыми, со своими ракетами. По идее, мы должны, когда берем бомбу, взрывать. Иди ты от меня. Вот видишь, чем хорошо, ребята, что мы с тобой щиты восстанавливаем каждые 5 секунд. То есть, очень даже годные. А так бы у нас с тобой щитов бы, блин, уже не было бы. Давай-ка я его наказывать буду. Ну... Что, берем? Достался, по-моему, чуть-чуть. Все, взорвался он к ядре нефени. Сундук отдай сюда. Ох ты, легендарный, ребята. Призывает дополнительную сферу. Время от времени призывает лазер для атаки врага. Урон магических стрел, произведенных заклинаниями, увеличивается вместе с вашей атакой. Наверное, дополнительную сферу я возьму. Так, а здесь темный эльф. Ядовитый взрыв щита. Давай, наверное, вот это вот возьмем. А? Как тебе? Так, средний этаж. Джунгли матча. Хорош. Так, бомбочка. Я даже ее не успел взять. Так, что у нас тут? Отражение от стен. Громовой эльф. Ледяные бомбы. Призывает громового эльфа. Я вот, честно говоря, так и не увидел ни одного эльфа здесь. Давай по чесноку. Где эльфы?
которые должны призываться. Ой, подожди, а чё? Чё-то не помню, здоровье откуда-то отнималось. Так, наверное, в бар сходим с тобой. Так, что-нибудь предложишь мне хорошего? Уменьшает интервал появления рун на 2 секунды с максимальным здоровьем. Угу. Камень луны. Ладно, возьмем. Все, погнал я. Уе. Так, 19 этаж у нас. Ой. Воу-воу-воу. Щет, 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 щет. Слишком-слишком круто. Хорош, ребят, мне бы что-нибудь такое, знаешь, какую-нибудь защиту бы приобрести. Еле устоял тут. Элитка. Пойдем на элитку сходим. Опа, опа, опа. Воу, щит. Давай, 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 давай. Одного хотя бы ушатать. Минус. Да иди ты, плевон. Груви. Так, кусочек льда. Руны перестанут пропадать. Королева существенно повышает на 17% шанс критического удара при замороженных предметах. Повышает урон морозных заклинаний на 6%. Блин, ну у нас нет морозных. У нас в основном отравление. Постоянная стрельба. То есть, ребята, добавляет еще одну стрелу. Опа, вот так вот. Так, усиливает на 10% урон при столкновении и на 10% урон от возгорания всех огненных заклинаний. Вот такие вот, ребята, у нас с вами бонусы получаются. Так, отвалите от меня. Эти, блин. Давай, 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 давай. Зачем? Ну зачем я туда попер? Опа! Твою. Ты посмотри. Срочно, срочно берем. Есть. Нормуль. Так, хилочку. Фью. Еле-еле справился. Стоп, 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 стоп. Оу, они тут электрические снаряды делают между собой. Что не есть гуд. Дай-ка бомбочку. Все, подбили. 23 этаж. А куда ты? Ну, плевуны, а? Как сэйга тут его щеголяю. Мне бы, конечно, что-то надо было брать, ребята, через отравление. Но мне дают почему-то именно на заморозку. Так, рикошет. Ледяные стрелы, отражение от стен. Рикошет, конечно, возьмем, потому что... Так, смотри, опа. У нас тут, смотри-ка, атака 50 плюс... Ага. Ну чё, к боссу рванем? Что тут, что делает? Серьезно это? А, вон он, босс. Или где? Или чё? Ой, ой. Тихо ты. Да ну, блин. Так, ребята, я ничего не могу сделать. У меня и здоровья мало, блин. И щиты, блин, не восстанавливаются. Почему? Вон, бомбочка. Щиты, 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 щиты восстанавливаем. Фу, взяли немножко здоровья. Давай, 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 давай. Изи. Ну как, изи, не изи, не жиша, но тем не менее. Так, молот, повышение. Так, одного урона каждый раз, когда вы убиваете врага. Увеличивает 10% финальный урон. Немного увеличивает атаку на 25. Во. Но здесь, видишь, немного увеличит атаку на 25 и скорость атаки на 5%. Финальный урон. Питая. Давай питую возьмем. Я ума не брежу, что за питая? Эй! Что там, ребят, за гамбургер еще танцующий?
вдалеке стоит. Бомбочка. Что творится, блин? Офигеть, как кого-то выпускает. Ой. Тут нельзя на месте стоять. В то же время нельзя, ребята, на ошибку. Так, бомбочку надо подобрать. Еще одна бомбочка. Это вот и есть эльфы? Вот это вот, мелкие. Ребята, блин. Очень фигово все со здоровьем. Понимаешь? Все очень, блин, плохо. Со всех сторон атакуют. Эльфы не помогают, ни шиша. Сферы, которые вокруг меня летают, тоже особо мне здесь не выручают. Есть. ХПшечки. Дай ХПшки подобрать. Так, пошел, я эту бомбочку возьму. Угу. И последний. Е. Справились. Так, друзья мои. Огненный эльф. Снежная буря. Призвать снежную бурю для атаки врагов. Понял. Снежная буря для меня заказана, да? Угу. Вон, видишь. Ой. Так. Да отвалите вы все, блин. Почему вот эти вот сферы, которые вокруг меня крутятся, они так мало наносят урон? Зато этот вон, видел? Привидение уже, по крайней мере, хотя бы что-то из себя представляет, а не там какая-то мелкая точка. Элитка. Хорош. Воу. Это еще что? Да ну. Давай-ка завязывай тут дурачка-то врубать. Атаки по полной программе, да? А как тебе такое? Все? Смотрим. Так, Джек. Существенно повышает на 18% шанс критического удара на горячих противников. Повышает урон огненных заклинаний. Так, повышает базовый урон всех заклинаний и магических стрел. Вот это я возьму. Это я возьму. Так, спасибо. Что у вас есть? Повышает базовый урон бомб на 8%. Бомб. У нас как раз есть с тобой бомбы. Берем. Все, спасибо, кролик. Мы погнали отсюда. У нас еще есть дела. Так, что там же? Кто? Какой генерал? Иди ты нафиг. Ой! Я-то думал, что он там... Ёлка-макарёк, ребят, ты посмотри. Тихо, 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 родной. Ты хороший... Нифига ты псих. Вот это, ребят, генерал. А как тут? Да ты посмотри. Офигеть, ребята. Так, посмотри, для продолжения, хорошо. Так, друзья мои, давай попробуем. Что-то мне этот чувак вообще напрягает конкретно. Своими вот этими, блин, супер-купер заклинахами. Ты посмотри. Причем на опережение фигачит. Он знает, куда я пойду. Так. И что? Вот что ты прикажешь мне здесь делать? Ага. Еще чудит. Как, блин? Как, ребята, с ним бороться, с этим чмошником? Так, открыть артефакт. Сферы покидает их орбиту для атаки врагов на средней дистанции. Давай увеличим. Так, ну что, ребят, смотрите, у меня 118 гемов.
Я могу приобрести щит и здоровье плюс 50. Это у нас получается с тобой костюмы. Но также у нас есть и книги. Есть книги, и я так понимаю, в них, наверное, не только доступны будут новые ячейки, но, как видишь, шанс появления заклинания эльфа плюс 5%. Вот сиди и думай, что тебе нужно. Так, щит плюс 100. Щит и здоровье плюс 50. Здоровье плюс соточка. Атака плюс 50. Так, получать больше кристаллов на 20%. Но здесь уже нужно 200, ребят. Как-то вот так вот. В общем, в принципе, игрушка, ребята, неплохая. Оу, книга заклинаний. Это все, что мы с тобой... Ох ты. Вот такое бы я, наверное, хотел бы получить. Книга заклинаний. Да, я думаю, что для обзорчика, друзья мои, этого будет более чем достаточно. Надеюсь, вам игра понравилась. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.